самом деле не верил. Как бы, на самом деле, когда же мяч летел, я думал, не попаду, но когда попал, честно говоря, как-то показалось очень просто, не знаю. Я тренировался, да, как бы представлял этот момент много раз, когда буду бросать. И только с третьей попытки на вот как бы на предварительных я попал больше всех и на самом деле был на 100% готов. Да, я прям готовился, ну, по несколько раз в неделю бросал именно с центра поля, потому что именно на бросок на миллион готовился. ЦСКА болею уже, ну, не знаю, наверное, ну, прям хожу на игры уже, наверное, лет 10, вот, все, на самом деле, люблю ЦСКА, что еще сказать. Ну, вот, наверное, поеду на финал 4. Очень рассчитываю, что ребята прорвутся туда, будут играть, буду их поддерживать. Вот. Ну и так что-нибудь, не знаю, жену чем-нибудь порадую.